Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы продолжаем, как бы условно говоря, царскую тему. В прошлый раз мы рассмотрели с вами две очень, на наш взгляд, интересные и актуальные проблемы, а именно убийство царской семьи Николая II. И кратко обрисовали политический портрет самого императора. Сегодня я бы хотел продолжить эту тему, но уже, как говорится, на женском уровне. А именно рассказать о том, что собой представляла последняя императрица Александра Федоровна. Александра Федоровна впервые познакомилась с Санкт-Петербургом в 12-летнем возрасте. Она приезжала туда, в этот город, в столицу Российской империи, по приглашению императора Александра III и его супруги императрицы Марии Федоровны. Приезжала со своим отцом. Приезжала для того, чтобы посмотреть, что представляет собой русская столица, ну а заодно и приглядеться к тем политическим фигурам, которые в то время были представлены на царском Олимпе нашей империи. Санкт-Петербург произвел на нее громадное впечатление, если учесть, что будущая императрица Александра Федоровна родилась и выросла в таком заштатном германском княжестве, Дармштадтском так называемом княжестве. И оно представляло собой нечто маленькое, по современным меркам микроскопическое. Соответственно, и жизнь в этом княжестве протекала на очень таком местечковом, я бы сказал, сепаратном уровне. Ну и, разумеется, сравнение с санкт-петербургскими дворцами, с санкт-петербургским высшим светом было, безусловно, не в пользу Дармштадта и, безусловно, оказало громадное влияние на Алису. Так звали Александру Федоровну с момента рождения. Как девушка, как будущая государственная деятельница, Алиса сформировалась в семье английской королевы Виктории. Надо сказать, что Виктория дала Европе очень много наследниц и очень много наследников, которые оказали громадное влияние на династии Габсбургов в Австро-Венгрии, Гогенцоллернов в Германии, на династии Бурбонов в Испании. То есть фактически все сколько-нибудь значащие монархии того времени, они были в той или иной степени обязаны либо родственными связями с Викторией, либо политическими связями. Алиса воспитывалась в кругу семьи английской королевы. Оттуда она взяла очень многое, что потом принесла с собой и в Россию. Ну, некоторые такие подробности, которые сказались на характере будущей императрицы, я бы хотел здесь обозначить очень кратко и очень тезисно. Первое из них – это удивительная сдержанность Александры Федоровны. Она никогда не волновалась, по крайней мере, внешне. Вторая особенность, которая была привита ей английской системой воспитания – это скрытность, если хотите. Александра не всегда была откровенна даже с самыми близкими ей людьми, матерью и отцом. Эта же дистанционность впоследствии в определенных моментах присутствовала и в отношениях с Николаем II. О самой, как говорится, женитьбе Николая II на Александре Федоровне. Она произошла, если так можно сказать, случайно. Так бывает. Случайной была женитьба и отца, и матери
Николая II, будущего императора Александра III и тогда датской принцессы Дагмары, будущей императрицы Марии Федоровны. Произошла она в Ницце при трагических для династии Романовых обстоятельствах. Трагически они были связаны с тем, что на трон готовился не Александр III, а Николай. И он заболел, говорят, воспалением легких. И фактически умирал на курорте во французской Ницце. Там-то вот, собственно говоря, у ложа умирающего брата Александр III познакомился с Дагмарой и впоследствии взял ее в жены. Надо сказать, что мужская часть Романовых, мужской части Романовых крайне не везло с состоянием здоровья. Вот я уже сказал, Николай умер от легких. Александр III умер от нефрита, от болезни легких, говорят, воспаления легких. Скончался и родоначальник фактически всей этой династии Петр I, когда он участвовал в устранении последствий наводнения в Петербурге, простудился и в течение 2 недель буквально сгорел. Надо сказать, что вот именно эта слабость мужского, как говорится, поля, мужской стороны династии Романовых, она проявлялась во многих отношениях и в самом, если так можно выразиться, природном, генетическом фонде. Ну вот, если уж мы заговорили здесь о присутствии иностранцев, иностранок на русском престоле, то могу назвать здесь одну такую любопытную цифру для тех, кто этим интересуется. По подсчетам Мориса Палеолога, посла Франции во времена царствования Александра III, он же оставался потом долгое время и при Николае II, в жилах Николая II текла 1/125 часть русской крови. В его сыне, царевиче Алексееве, 256 часть. Возникает вопрос вот к тем, кто канонизировал в святые Николая II. Кого, собственно говоря, мы канонизировали? И кто, собственно говоря, правил Россией? Я не принадлежу к разряду тех людей, которые исповедуют российские настроения и российские теории. Потому что именно от Адольфа Гитлера идет определение нации, как «нация – это кровь», говорил он в «Майн кампф». Я считаю, что это глубоко порочная точка зрения, тем более, что она редко имеет, как говорится, реальные корни. С моей позиции, с моей точки зрения, гораздо ближе те представители, которые считают, что нация – это в первую очередь культурная, это в первую очередь самоидентификация личности, это в первую очередь тот язык, которым говорит эта личность, та, если так можно сказать, сумма знаний, сумма впечатлений, сумма переживаний, которые впитывает в себя человек и которые он считает своими. Поэтому мне представляется вот такой подход, такая позиция наиболее благотворными и наиболее перспективными с точки зрения дальнейших отношений, связанных вот с этим национальным вопросом. Ее пригласил Николай II. Он увидел во время своего европейского турне эту маленькую девочку, увидел ее в окружении королевы Виктории и, надо сказать, что влюбился. С первого взгляда это любовь или с какого другого, но, по крайней мере, она запала ему в душу. На одном из балов он вместе с ней танцевал в Лондоне и с тех пор, в общем-то, когда вернулся из этого европейского турне, сказал своим родителям, что хочет взять в жены именно вот эту дармштадтскую принцессу. Александр III и Дагмара были крайне недовольны выбором Николая II, но к их удивлению Ники, как его называли в семье, проявил твердость и непреклонность и настоял на своем. Причем любопытный
момент, в который, собственно говоря, произошло бракосочетание молодых. Алису Гессинскую вызвали в Россию в очень неприятный для династии и для страны момент, когда вызвали ее в Ливадию, где медленно и, я бы сказал, мучительно умирал Александр Третий. Умирал он от почечной болезни, умирал он от печени, говорят, цирроз. Впоследствии этот факт использовали для того, чтобы обвинить Александра Третьего в алкоголизме. Но, с моей точки зрения, это не соответствует действительности. Если бы все страдающие циррозом печени были алкоголиками, то это было бы слишком просто. Что у нас, Юрий Владимирович Андропов, который умер от той же болезни, был алкоголиком? Я думаю, что это исключено. Так вот, она приехала в Ливадию, где умирающий Александр III благословил их на бракосочетание. И, собственно говоря, вот эта тень смерти, она преследовала Александру Федоровну всю ее сознательную жизнь. Как она сама потом выражалась, я приехала в Россию за гробом императора. Собственно говоря, была такая традиция, и Александра I, когда он умер в Таганроге, везли в Петербург по всей России мучительно и долго. Также и Александра III повезли в гробу, естественно, в Санкт-Петербург для похорон в усыпальнице русских императоров. Вот такой неудачный подход, он, безусловно, наложил печать на всю последующую жизнь. По крайней мере, этот факт, он сыграл злую, если можно сказать, даже не шутку, а злую драму. Потому что к Александре Федоровне сразу же общественное мнение России было настроено крайне отрицательно. В предыдущей передаче я рассказывал уже те штрихи, которые последовали с воцарением Николая II на престол. Ходынка, они очень переживали оба и очень тяжело и мучительно преодолевали в себе этот синдром такого вот несчастного венчания на царство. Но вскоре эти, как говорится, политические неудачи и тревоги были скрашены рождением первой дочери. Девочка была на редкость здоровой, на редкость симпатичной. Через 2 года появилась вторая девочка. Через 3 года, простите, еще через 2 года, третья, еще через 2 года, четвертая. И чета забеспокоилась. Дело в том, что по введенному еще Павлом I регламенту наследовать русский престол мог только мужчина, то есть мальчик. Поэтому вот сразу же вот этот момент, он сыграл такую трудную, я бы сказал, для переживания молодых роль. И Александра Федоровна, и Николай II очень волновались, что у них нет наследника. Им советовали, в частности, выдающийся русский православный деятель Иоанн Кронштадтский, поехать и приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского, Саровскую пустынь. Это нынешний Арзамас. Слава Богу, ему вернули его исконное имя, и сейчас он называется городом Саровым. Так вот, Александра Федоровна и Николай уехали туда и прожили там практически 3 месяца. Для них там специально вырыли пруд, как бы из источника Серафима Саровского. И в результате вот этого посещения Саровской обители Александра Федоровна понесла, и вскоре у них, к счастью, великому счастью и к великому удовольствию супругов, родился мальчик. И нарекли его царевичем Алексеем. Почему Алексеем? Потому что Николай II и Александра Федоровна удивительно любили и на редкость, если так можно сказать, ценили вот первых русских царей из династии Романовых, Михаила, и особенно Алексея Михайловича, сына Михаила, потому в честь него и был назван Алеша. Но вот недосуг, и сейчас я о нем скажу. Но прежде чем мы
перейдем к дальнейшему разговору, я попросил бы показать вот нам некоторые здесь сюжеты. Это вот в парадном костюме Александр III, отец Николая II. Это вот его супруга, принцесса Дагмара, Мария Федоровна, императрица. Это семья Александр III, Мария Федоровна и двое их сыновей, Николай и Георгий. Вот молодая чета, это цесаревич Николай, а рядом с ним цесаревна, будущая Александра Федоровна, его, как говорится, дальнейшая супруга. И вот то, о чем я говорил, эта картинка, связанная с тем, что любили они вот эти наряды эпохи Алексея Михайловича. И здесь они при венчании в Москве. Семейная жизнь Александры Федоровны и Николая II после рождения наследника фактически заладилась и потекла по устоявшимся придворным и императорским канонам. По поводу много и без повода рассуждали о том, что у них потом разладилось все, когда совершенно случайно в 5-летнем возрасте супруги обнаружили жуткий недуг, которым страдал цесаревич Алексей. Этот недуг — гемофилия, несвертываемость крови, при любом ушибе, при любом, как говорится, порезе, это могло превратиться в смертельную опасность для мальчика. Безусловно, такой вот поворот событий крайне не просто расстроил, а крайне парализовал, я бы даже сказал, психику и волю императора и особенно императрицы. Надо учитывать ее состояние. Это ведь была немецкая девушка, это была романтическая особа, у которой были в сознании привиты английские, как говорится, воздушные замки, немецкие романтические иллюзии. Человек, который был по природе своей, хотя Александра Федоровна и говорила, что она искренне крестилась в православие и искренне веровала, все-таки православие ее носило не столько канонический, сколько мистический характер. И вот все эти особенности, они, безусловно, сыграли здесь очень зловещую роль. Дело в том, что доктора не помогали цесаревичу. Приходилось искать знахарей. Так появились люди в окружении семьи императора, которые играли далеко и далеко неположительную роль не только в нашей российской истории, но и в семейных отношениях. И здесь я не могу не остановиться на фигуре Григория Распутина. Вот во время июльских событий, когда отмечалось 90-летие, вот эта пасмурная дата расстрела семьи Николая II, по центральному телевидению показывали фильмы, связанные с этой тематикой. В частности, был показан фильм «Николай Александрович Романов». В главной роли там известные артисты. И этот фильм фактически был посвящен не столько Романову, сколько Григорию Распутину, которого блестяще сыграл наш артист Еременко. И я должен сказать, что фильм этот не совсем точно воспроизводит, конечно, ситуацию с Распутиным, поскольку он там показан этаким, знаете ли, разгульным, этаким алкоголиком, этаким бабником, человеком, который, как говорится, без тормозов и без царя в голове. Мне кажется, что здесь сыграла роль масонская пропаганда, которая фактически травила Распутина, а вместе с ним травила и Александру Федоровну. Но в то же время надо и сказать честно, что Распутин был человеком далеко не безупречным. Разумеется, это была личность неординарная, разумеется, это была личность, обладающая колоссальными экстрасенсорными способностями, и, безусловно, Распутин умел заговаривать, если так можно выразиться, боль и ссадины и несчастье царевича Алексея. К началу Первой мировой войны чета буквально боготворила Распутина и не хотела ничего слышать о всех его похождениях, о всех его проделках.
Хотя, надо сказать, что таких похождений, таких проделок у Григория Ефимовича Распутина было с избытком. И то, что этот мастер, я бы так сказал, закулисных интриг, то, что этот человек был, безусловно, талантливым душеведом, который блестяще распознал особенности настроения Александры Федоровны и умело использовал эти особенности, это бесспорно. Ну и мне кажется, вот тут уже надо отдать должное тем, кто совершил ликвидацию Григория Распутина. Если, скажем, убийство семьи Николая II, самого императора вместе с Александрой Федоровной, мы все оцениваем как преступление перед Россией. Убийство Григория Распутина Феликсом Юсуповым сотоварищи, ну, если не благо, то, по крайней мере, благотворное влияние оказало на ситуацию в 1916 году. Потому что Распутин, безусловно, играл далеко не почетную и далеко не патриотическую роль, хотя сам он себя считал русским патриотом. Вот посмотрите, как оценивала наша героиня людей, которые окружали Николая II и ее в том числе. Письма, которые она почти регулярно писала в адрес своего супруга, находившегося в Могилеве. Он, как вы знаете, возглавил русскую армию вместо своего дяди Николая Николаевича. Одна из ошибок, политических ошибок Николая II. Так вот, в этих письмах она давала следующие оценки. Например, Сазонов – дурак. Сазонов – это был министр иностранных дел России. Воейков – трус и дурак. Это был министр двора. Посол Демидов – совершенный дурак. Это во Франции. Вставки – сплошные идиоты. Министры – мерзавцы. Наконец, передают царю советы и желания нашего друга, то есть Распутина, так она называла нашим другом. Но кто-то может сказать, что это все, женские причуды. Да нет, я бы так не сказал. Это, в общем-то, точное и конкретное знание тех лиц, с которыми приходилось иметь дело. Не зря перед отречением Николай II сказал, что кругом измена, кругом предатели. А куда же вы смотрели раньше, дорогие мои друзья? Еще один сюжет. Сюжет возможных семейных измен. Ну, когда начались вот эти сложности с цесаревичем Алексеем, в 11-летнем возрасте он едва не помер, когда они находились в Беловежской пуще. И только вызов Распутина туда спас мальчика от трагической кончины. Так вот, говорят, что Мария Федоровна несколько охладела к Николаю II и якобы свела свою судьбу с будущим генералом Орловым, это адъютант Николая II. Он умер очень рано при странных обстоятельствах, и говорят, Александра Федоровна до последних дней нахождения ее в Санкт-Петербурге, в Царском селе, носила на его могилу цветы. Ну, насколько все это свидетельствует о ее, как говорится, личных отношениях с Николаем II, судить не берусь. Вряд ли, наверное, там было что-то серьезное. Так же, как вряд ли что-то серьезное было у Николая II с придворными фрейлинами. Еще один момент, связанный, так сказать, с нравственной оценкой нашей императрицы. Ее отношения с наиболее близкими для нее фрейлинами, в частности, с Анной Вырубовой. Анна Вырубова – это дочь Танеева, министра двора Николая II, сына известного композитора Танеева, который, говорят, в свое время даже несколько приударял за Софьей Андреевной Толстой, что очень не нравилось Льву Николаевичу. Так вот, эта Аня, так звали ее, была ужасно предана императрице. Они, безусловно, души друг друга не чаяли, но,
те грязные сплетни о взаимоотношениях императрицы и Анны Вырубовой не имеют под собой никакой ни физиологической, ни природной основы. Свидетельство тому расследование комиссии Временного правительства, которое выявило, что Анна Вырубова была девственницей. Это апрель-май 2017 года, когда ее освидетельствовали доктора. Точно так же грубая похабщина, разговоры о том, что Распутин был в близкой связи с дочерьми и с Анной Вырубовой. Это также не выдерживает никакой критики и не может быть по определению. Вот те моменты, которые я считал бы нужным здесь подчеркнуть. Первая мировая война. Императрица проявила себя здесь как человек, который твердо, последовательно и целенаправленно проводил, как бы это можно выразиться, патриотическую русскую линию. Хотя она и по происхождению была немка, и ее пытались многие ура-патриоты уличить в измене, в пристрастиях к немецкой армии, это неправда. Императрица Александра Федоровна никакого отношения ни к каким немецким партиям в Санкт-Петербурге, ни к каким участием в этих всех, так сказать, склоках и в тех отношениях, в которых был замешан Григорий Распутин с определенной группой немецких, так сказать, почитателей, в частности, Андрониковым, Баркинером Манусом, Рубинштейном и другими, Александра Федоровна к этому отношения не имела. Давайте скажем об этом честно и откровенно. Ее симпатии были на стороне России, и она всецело принадлежала своему мужу и, пусть не своей, но, по крайней мере, страной, которой она руководила как императрица. И в заключение я бы хотел сказать, что когда произошло отречение Николая II, Александра Федоровна могла удержать его от этого поступка, но не удержала. Видимо, сказалась недооценка тех последствий, которые произошли вслед за этим событием. Моя точка зрения, как историка, как российского гражданина, отречение Николая II от императорского престола, от императорского сана была колоссальной, грубейшей ошибкой и проявлением малодушия. Александра Федоровна в этом здесь не помогала ему, но в то же время и не спасла его от этого опрометчивого шага. А могла бы, потому что она фактически была мужчиной в их семье, она фактически руководила семейными отношениями, она фактически была главным лицом, который оказывал решающее воздействие на воспитание, нравственность и мировоззрение как четырех великих княжон, так и цесаревича Алексея. Я думаю, что Александра Федоровна все-таки заслуживает добрых слов в нашем пантеоне, и, безусловно, как мне представляется, ее личность, ее судьба станут, это, на мой взгляд, несомненно, и предметом анализа, и дальнейшего исследования. Благодарим вас за внимание. До скорых встреч. До свидания.